22 июня в 3 часа утра. На открытой площадке музейного историко-мемориального комплекса 35-я береговая батарея города Севастополь состоится масштабный концерт «Детство и война». В концерте примут участие солисты и сводный хор Всероссийского детского музыкального благотворительного фестиваля «Белый пароход». Музыкально одаренные дети со сложной судьбой, прошедшие конкурсный отбор со всей России. В программе концерта прозвучат песни военных лет о внезапном вторжении войны в детство и юность.